Дима Малой. Дима Малой. Это, короче, Дима Малой. Он не мотоциклист, но вот я асфальтная болезнь имеется. Да, я сейчас, короче, мимо шел, смотрю, Дима, мотоциклист сидит, женщина разговаривает. Ну, думаю, дай-ка я с ним поговорю. А он оказался поэт. А сегодня день рождения папы моего. Папа, привет. 64 года. 64 года. День рождения Армена Циркарханяна и Сергея Есенина. И Дима Малой оказался поэт. Давай, стихи. Читайте на карте. Стихи. Длинная платье Богу касает. Вам все равно, вы весела. Длинная Бога я отвечаю. Для вас это счастье, вы этим горда. Но вы и не думаете, что нас натекает. Ваш град в горной реке. Вы молода, родите с ней. Год, второй и третий. Вы знаете, взрослые и умные будут играть с вами дети. Поймете вы, что стали старее. А река же пишет, будет не корабль, он не вернется домой. Ваша молодость идет и проходит, не вдохшается, ребят, мы знаем. О, какое стихотворение. Я думал, знаешь, будет что-нибудь там у Лукоморья дуб зеленый. Глазая честь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит под. Белый. А я же сказал тебе не Пушкин, а Есенин. Ну, да, ну Есенин, ну. От Есенина взял. Научился. А ты. А, это твой тоже учитель? Да. Ну, сейчас мы споем Есенина. Эх, кому-нибудь дать бы подержать я бы на камеру. Хороший кадр. Давайте вот вы. Держите, вот просто вот так вот держите. Так. Пальцы мешают мои, наверное, да? Ой, не ножки, а мы Есенина споем. Есенин. А черный человек, знаешь? Все, вот сейчас хорошо держите. А черного человека знаешь? Черного человека? Да. Сергей Есенин. Андрея Юсупова черного? Извини, контролеры идут, мне придется бегать. Да? За зайца. А давай это, я сейчас посмотрю, может, мои знакомые могут зайти. Базаров нет. Бывают такие у меня хорошие ребята. Ну, попадаются, с пониманием относятся, поэтому. Может быть, я тебя отмажу сейчас. А я по жизни с ребята. Две минуты поддержите, да? Конечно. Ну, потому что тяжело так держать. Ничего. Нормально. Сергей Есенин нас споем. Отец у меня любит Сергея Есенина. Любые, а что ты любые? Сейчас это мы любые сделаем. Да. Сначала подожди, сначала Есенин. А если знаю, даю здесь. Уж не будут весной крылатой надо мною свинеть до поля. И с кидом без меня сутулился старый пес мой давно издёх. На московских изогнутых улицах помирить знать судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, пусть я брюскал и пусть я дрях. Золотая тремонная Азия обольщила на куполах. А когда ночью светит месяц, пусть он светит, черт знает как. Я иду головою свесясь, переулком знакомый кабак. День рождения Есенина, 120 лет. Thank you.
это будто через время. Шуткам это много ли шуткам, и всю ночь напролет до зари я читаю стихи и с бандюгами шарю спирт. Сердце бьется все чаще и чаще, и вот уже говорю мне папа, я так выше, как вы пропащи, и уйти мне теперь назад. И скитом без меня сутулился старый пес мой, давно истох. На московских и сотнутых улицах помирить дать судил мне Бог. Не навей. А можно я? Давай. А можно еще одну песню? А можно читать вам? Еще одну песню? Давай. Жизнь свет. Подожди. Подожди, Диман Малой. Жизнь свет. Смерть и муки. Что с нами делает любовь? Кому дает весне прозвуки? Кому кипящая чувственность и кровь? С тобой знаком. Мы недавно и виделись едва-едва. Но чувства открываются, как тайны. Я уже уверен. Я люблю тебя. Мою. Уже уверен. Это молодость. Моему зятю сегодня тоже день рождения. Да? Зятю? Да. А поздравляем. Очень друг. Значит, вы теща хорошая, да? Да. Наверняка. А, кстати, так, специально для тещи, наверное, надо спеть песню. А пел? Я пел, подожди, пожалуйста. Да. А, допустим, вы по мне не скажете, что я на улице живу. Да, не, конечно, не скажем. А я уличный. Ну, ничего. А я ватный. А у нас зато Владимир Владимирович Путин молодец. Герой политики, борец. Подожди. Владимир Владимирович Путин молодец. Да белый. Скажи. Ура Путину, скажи. Да пошел он заняться. Слышал, да, Путин? Слышал? Пошел ты в задницу. Давай еще одну песню. Андрей Заря есть? А? Андрей Заря есть? Андрей Заря, нету. Блин, неохота прерывать эту запись. А Наутилиус есть? Давай нау. О, спасибо, женщина. Давай Наутилиус. Наутилиус, давай. Скованные одной цели. Нет, скованные не будем, а будем такую хорошую песню тоже. И она Сереге... Прогулки по воде? Да, она Сереге, давай. Она бы Сереге Есенину очень понравилась. Эта песня, если бы он, ну, дожил до Наутилиуса, попился. Серега Есенин. Серега Есенин, это вообще, это наше все, люди. Да. Шигане, ты моя Шигане. Может быть из Сибири я, что ли? О-о-о. Это мое.
Причем плачу, апостолом ты, спаситель, ходил по воде. Андрей доставал из воды бескрыня, спаситель за лучших людей. И Андрей прокричал, я покинул причал, только ты открой мне секрет. И спаситель ответил, спокойно ты, никакого секрета здесь нет. И ты не штангадей, возвышается крест, под ним десяток солдат. Пойси королем, а когда доедет лес, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде вдвоем. А когда доедет, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде вдвоем. Но учитель на казе блистает рога, черный ворон крушит он крестом. Расскажи мне секрет, пожалей дурака, распять и оставь на потом. Онемел спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты верно дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. И лишь там на горе возвышается крест, под ним десятка солдат. Повиси за мной, а когда на горе возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. И еще на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде вдвоем. Спасибо. Золотая осень. Я полон в огне, ё-моё, посоли осень золотая. 2 октября, 3 октября. А падают листья. Падают, падают. Падают, падают листья. Ну и пусть зато прозрачен свет. Падают памяти, памяти, памяти лица. Где того сегодня рядом нет. Ну это, я тебе скажу, первый раз в жизни я спел Александра Буйнова. Это сильно. А далее, смотри, а такая вещь. Да. Какая? Малой. А я ухожу, сказал мальчишкой, сквозь грусть. Ты только жди, я обязательно вернусь. И он ушел. Это что-то грустная эта песенка. Малой. У меня тут, короче, был один пацан, вы все пошли. Да будут песни, будут. Сиди. Сиди, короче, никуда не уходи. А такое? Да. Сейчас горю плащий камин, судили парня молодого. А чаще у тебя судили кого-то, ё-моё? Ладно, давай. Народ вообще не любит эту тему, поверь мне. А такая вариация. Вот сейчас, вообще, сейчас, у нас 2/3 населения страны сидело в тюрьме. Представляешь? Половина сидит, половина охраняет. Нет, смысл в чем? В том, поэтому что люди об этом думать вообще не хотят. Мы вообще сейчас вот в последнее время посмотрели, сколько этих заборов понастроили. Везде вот. Надо проходить. Ты знаешь, что такое зона? Я вот знаю, я сидел. Там есть локальные зоны. Вот везде смотри. Сейчас, вот там, чтобы пройти локалку, надо гражданину начальнику позвонить. Гражданин начальник, решите пройти локальную зону. Вот сейчас то же самое происходит у нас вообще на железной дороге. Одни локальные зоны. Да. Так ведь? Да. Еще и контролеры, короче, и продавальщики билетов в одном лице почему-то. Скажите, как это так? Он или билеты продает, или проверяет. Так ведь?
А почему он билеты продает и проверяет одновременно? Он не должен проверять. А вот это с ним ходит. Это охранники его, охраняют деньги его. Чтобы, короче, да. Вот такой Дима Малой, который три дня не жрал, короче. Черной икры. Да? Ну, насчет красной икры, это да. Да. Три дня как раз ты не жрал ее. Чтобы он, короче, стукнул по балде вот этой продавальщице билетов под вечер и не забрал у нее всю бабло. Вот, короче, для чего тут нужны вот эти два, короче, два дедушки. Да. Ну что, надо петь, а то народ сейчас нас с тобой погонит. Может, мы уж не смотрим, мы уже и так, короче, не в чести у людей с тобой. А давай Пугачёва споём. Может, Пугачёва? Да. Не, ну а что, я обожаю Пугачёва. А Пугачёва, у меня мама давала автографы в Москве, потому что люди думали, что она Алла Пугачёва, вот моя мама. Она такая похожая была, да, в молодости на Пугачёва вообще. И моя мама пела тоже мне, и колыбельные, и все. Понимаешь? И Пугачёву пела. А эта песня, которую написала жена Танича. Ледяной горою айсберг из тумана выплывает и несет его течение по бескрайним пам. О! И мои дети тоже говорят, папа, это песня из «Ну погоди». И крыша дома твоего тоже «Ну погоди». Ну вот это наше вот поколение потерянное, 90-х. Все. Это те, которые к нам не вернутся никогда. Вот сидит Дима Малой. Вот посмотрите. Здравствуй, мама. А я пишу тебе письмо. Здравствуй, мама. Все как прежде, хорошо. У меня хорошо, солнце светит. Все нормально у меня. Над горой стоит туман. Знаешь, мама, мне не страшно, просто здесь Афганистан. И надо ее по-разному поехать. Да не, а ты перепутал с тем куплетом, где мать читает письмо, в глазах стоит туман, а сын в земле, а на ладонях строки этого письма. А такое? Там на небе богатство. Я 600 песен знаю. Наизусть. Смотри. Серега. Там на небе богам, чтобы прикурить, надо раз за другой коробок посадить. Там на небе... Это уже гуф, да. Это другое поколение. Мы пели, знаете, какие песни? Сейчас я вспомню. Я понял, что надо петь. Макаревича. А знаешь, что надо петь? Сейчас я. Белую качели, знаешь? Да отстань ты. Старенькая песня и хорошая. Вот, гений всех времен давай поворот, и народов. Давай. Человек, который ответил на все вопросы, которые можно было задать. Лица стерты, краски тусклые, но и люди были похуже. Взгляд, вот уж на взгляд, один на тень. А я устал и отдыхаю, а она вас приглашает. Теперь вы как подушки на людей. Yeah.
сетку, что буквы пляшут сами по себе. У меня сын Батыр изрекает всегда какие-то гениальные вещи. И в 3,5 года, когда он послушал эту песню, он сказал мне такое: «Пап, а ты знаешь, чем отличаются хорошие буквы от плохих?» Я говорю: «Всем, сынок, хорошими буквами мы играем, а плохие играют сами». Вот так вот. Отчего ж порой обидно, что хозяина не видно. Белый в темноту уходит вниз, а буквы так ему послушны, что и непростодушно в то, что буквы могут говорить. А буквы так ему послушны, победила, и мы верим простодушно в то, что буквы могут говорить. А ты чего спокойно? А больше плава кончится, сам блистает месяц в облаках. Вот. Окутал с него все нитки длинные, посыпав на автолитр, видит прямо служит сундуком. Окутал с него все нитки длинные, посыпав на автолитр, видит прямо служит сундуком. Сейчас в последнее время задумался, короче, пора уезжать отсюда, в Америку жить. Что-то совсем никакого просвета, 25 лет уже ждем, когда все хорошие будут жить. Вот оно сидит, будучи хорошо. Ладно, давай другой снимем. Сейчас сделаю. Утро, удеваться упали в обмен. Я думал, удеваться упали в обмен. Сули? Сули, конечно, есть. Сигарет? Я не знаю, почему ты вспомнил эту песню. Я вот... Лежу у вас дом на кирпичах. Человек вот тут... любезно соглашается поддержать. Ну не, мы, может, Маковейся продолжим. Вот зачем нам Цоя? Цоя. Да? Да. Цоя депрессивный такой вообще товарищ. А зато легенда советского. Ну легенда, конечно, никто давай не спорит. Ну, такой. Маковейч, он более образно подходит к ситуации. Да, давай, Цоя. Ну давай, 500 рублей давай будет Цоя, все. Вернуться еще, да? Да, у тебя, Артём, а у тебя только штука, ё-моё. А давай 500 рублей сдачи. Да. Вот смотри, вот, ну так же только мог Макаревич написать. Гениально. А Макаревича включи. Знакомая что-то. Все отвалит и мудрый говорит, каждый из всех когда-то дарит этим салу, если без следа. Но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит, если беда или холода. Я лет 8 назад на сегодняшнем на этом. Я по себе разъем на питание. Больно сила, то шут едва не два. И берегут, и силы, и дрова. Зря не шумят,
и не будет лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер собьется до небес. Еще не все разрешено, еще не все дорешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль дня. Судьба хранит меня. Спасибо. А ты был мудрее и все. Как там было? Но вот от час. Тот был мудрее, кто свой огонь сберег. А ты был неправ. И все спалился час. И в этот час твой огонь угас. Но в этот час ты тоже снимаешь? Стало всем светлее. Памяти нет. Подвел тебе телефон. Еще не все дорешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня. И Бог хранит меня. Смотри, сколько народу уже сняли себе лопаты. День рождения Есенина, 120 лет. День рождения Армена Тажеверханяна. И день рождения моего отца, в первую очередь. Он, я вам скажу, он такой же классный, как Армен Джигарханян. И такой же поэтичный, как Сергей Есенин, мой батя. И до сих пор его женщины любят. До сих пор, я вам скажу, потому что они с мамой своей развелись, но он, у него появляются молодые женщины постоянно, 30 лет, а ему 64. Представляешь, это вот мой батя. Артём. Я говорю, такой, Артём, Серега Есенин. Артём, а ты прикинь, мне 20 октября будет 23. 23 года, ё-моё, ты такой старый. Да. Пенсия. Пенсионер, можно сказать, да. Пенсионер нашего движения свободных людей. Да? Ты же свободный человек. Вот пенсионер нашего движения свободных людей. Это я говорю о профсоюзе. Профсоюзе. Профсоюз уличных музыкантов и артистов. Вот, вот еще один, значит, кандидат к нам на поступление. Последний раз играл на гитаре где-то 8 лет назад. 8 лет назад играл на гитаре. Это все, это значит все, значит ты молодец. Все, можешь обед неиграния на гитаре прекратить и начать опять играть на гитаре. 8 лет прошло, все. Артём, у тебя... 8 лет назад тебе было 15, ёп. Да. Что ты там играл на гитаре? Фактор 2. Фактор 2. По восьмикласснице. Восьмикласснице? По последняя песня, помню. Помню? А знаешь... Я вообще не понимаю эту песню Виктора Цоя «Восьмикласснице». Это такая вообще, ну, порнография в его лице. И почему ты ее любишь? По восьмикласснице это фактор 2. Ага. Ну не, есть восьмиклассница у Цоя. А есть у Цоя, но она без понтов. Ну нет, почему? Она нормальная, но она вот мне непонятна, эта песня. Почему восьмиклассница? А не одиннадцатиклассница. Восьмиклассница это вообще ребенок, ё-моё, 13 лет, 12. Как можно вообще с этим ребенком встречаться и строить какие-то серьезные отношения? Извини, пожалуйста, а когда девочка 12 лет. А он уже ребенка. Понятно, короче, взрослый парень. Да, вот тут еще какая история. Ну, мы же знаем там, кто там у нас с молодой-то дружил. Элвис Пресли, по-моему, да? Да, он там. Ну, он жил в этой стране Содома и Гоморры в Америке. А лунная походка у кого у нас? У Майкла Джексона. Ну, он просто детей любил. А знаешь, что я? А? Из Майкла Джексона?
Я что тебе? Иностранный агент, что ли? Если я сейчас Майкла Джексона начну, короче, петь, мне точно припаяют еще одну статью. Мало того, что я еще Путина не люблю, а еще тут... А я его люблю, что ли? Ты? Ну, ты из моей банды теперь, все. Ты априори должен его ненавидеть. Бля, приора вещь хорошая, а вот... Приора? Приора. Вещь хорошая, прикинь. Ну это он пошутил. Вот есть такая шутка, короче, вчера услышал я по радио. Мне очень понравилось. Компания «Доширак» благодарит российские банки за то, что они выдают гражданам ипотеку. А не кто-то. Понятно? Артём, а анекдот? Да. Летит орел и воробей. Летит орел и воробей. Орел у воробья спрашивает: ты кто? Ты что за птица? Ты что за птица? Воробей отвечает: орел. А что ты такой маленький? Пи-пу-ли-болей. Чувак, ну мы выросли из этого анекдота. Нам про доширак прикольнее, да? Я Не, ну Матишина, это нам вообще не нужно, мы находимся в общественном месте. Еще одна статья, 213-я, хулиганство, да? Если вот я начну Матишина анекдоты рассказывать, то все. Поэтому я никогда не говорю, что Путин... Смотри, Артём, я говорю всегда, Артём. Путин пиар-ас. Пиар-ас. Артём. Ас пиара. Артём. Мы живем... Еще одна статья. С каждым годом мы живем все хуже и хуже. Артём. А Путина любим все больше и больше. Артём. Почему? Артём. Потому что он классно пиарится. Артём. Так и он пиар-ас. Артём. Да. Еще одна статья. Рукоприкладство. А что ты ко мне руки свои прикладываешь? Не, она входит в хулиганку. Там, короче, эти... Знаю. Пункты есть. Ухудшение статьи. Ну, товарищи, короче, я уже устал руку держать. Смотрите следующую серию, потому что это, ну, честно говоря, тяжело, да? Все, смотрите следующую серию.